Пришли две снегурочки, сидят. Вы чё пришли? Кушать хотите? А где Кузя у нас? Где Кузя? Кузя! А Кузя где? А вот он, Кузя! А я и не вижу тебя, ты под столом сидишь, языком облизываешься. Понятно. Ну что, сейчас буду кормить вас, ребята, значит. Сейчас буду кормить. Кушать пришли, что ли? Вы кушать хотите? Ой, сейчас кушать буду, кормить вас буду. Да-да-да-да-да. Сейчас. Одна закричала уже. Сейчас буду кормить вас. Да-да-да. Буду кормить сейчас вас. Снегурочки две мои. Ох, снегурочки. Ох, снегурочки. Идите пока полежите, облизывайте пакет пока. Облизывайте пока пакет. Сейчас я дам. Сейчас я дам. Не хотите облизывать? Ах, вы засранки такие. Да-да-да, засранки вы. Оказывается, не хотите вылизывать. Ну так а я что вам сделаю? А я что сделаю? Мне же надо вам разрезать. Я же так не могу тоже. Сейчас разрежу, дам. И Кузя кричит тут. Да, Кузя? Кузя кричит. Кузя кушать хочет? Ой, ты всегда хочешь кушать, как я понимаю. Я думала, ты спишь, а ты, оказывается, рядом со мной тут стоишь. Да. Заходили, заходили. Сейчас дам. Сейчас разрежу. Сейчас разрежу и дам вам. Да-да-да. Ну, подождите маленько. Я же не могу так. Мне же надо. Я вот здесь вот разрезаю вам голову. Да. Сейчас разрежу и дам кушать вам. Конечно, а как же? Сейчас дам кушать вам. Сейчас мама разрежет и кушать вам даст. Сейчас кушать дам. Ждите, я же не могу просто так вот все бросить и это самое. Ну, что кричим-то? Ждите. Сейчас разрежу и дам. Да. Сейчас разрежу и дам. Всех накормлю. Так вот голову разрезаю. Головы куриные едят. Рыбу едят. Мы не покупаем им никакие китикеты. Мы вот покупаем натурпродукты им и кормим. Ну, молоко. И то не всегда пьют. Подойдут, понюхают, потому что сейчас молоко-то сами знаете какое. Поэтому не сильно они, не всегда. Мы все на кошках проверяем. Если кошки пьют, едят, значит, все хорошо. Ну, а если уже не я, значит, фигневая. Сосиски покупали. Так, сосиски не ели они. Вот, сосиски они не ели, не хотели. Чем нас кормят? Вот, берите, ешьте, все, кушайте. На здоровье, ешьте. Дай-ка я тебе вылью сюда. Вот так. Вот. Они у нас тут кушают. Мила, ешь, что стоишь? Что смотришь? Просмотришь сейчас и останешься безо всего. На, вот, иди ешь. Все, кушайте. Это ваш вечерний паёк. Больше сегодня кормить не буду. Потому что время уже... Сколько время? 8 часов. Поэтому сегодня уже кормить я вас не буду. Только завтра. Все, доедайте, ешьте. Давайте, кушайте. И все, и спать на боковую. Чтоб тишина была. Чтоб хозяйку не донимали. Нажевывает. Кузя тут у меня ест. Да, Кузя? Вкусно, Кузя? Вкусно, конечно, вкусно. А как же? Скажи, еще бы вкусно не было. Ешь, ешь, не заглядывай, ешь. А то все прячете и потом друг у друга тырите, тащите. Всем дала поровну, разделила.
Ну, бабушка потащила туда, в комнату. Завтра чистить будем ковры. Пылесосить. Натаскали за 2 дня. Живем в деревне. Но здесь все коврами застелено, потому что пол холодный. Вот такие вот дела. Ну все, кушают они. Пусть едят. Сейчас поедят и спать пойдут.